Приветствую, друзья, на канале ProGamer Television, с вами Сафир 33, у нас восьмая часть прохождения игры Uncharted 4 Путь Вора. Ну что же, вперед. Итак, у нас глава 12 в море. Поехали. Так, ну что ж, поплыли. Ага, ну я... Тут ведь остров, так? Тут хотя бы остров. Ищи то, что сделали люди. А, то есть пираты? Ха, ну да. Друзья, именно в такую минуту... Ну, может, Либерталия — это просто маленькая хижина на берегу. Очень хочется поехать. Ага, домик на дереве. А может, Эвери затеял вокруг себя шумиху, а денег ему хватило только на строительство Либерталии? Да. Нейт, вон там. Ну, это определенно сделал человек. А-а, точнее, пират. Якорь бросать не будем. Видимо, нет. Нам надо к той башне. Да. Вот здесь сверху можно, в принципе. А, можно. А, нет, да, тянется. Так, сверху нельзя. Вот здесь карабкаться тоже, наверное, нельзя. Давайте посмотрим, что здесь. О! Слушайте, потрясающий вид. Ладно. Похоже, дозорная башня. Может, оттуда что-нибудь увидим. Блин. Так, давай наверх. Конечно, все уже сломано. Вот сюда. Ух ты, ёперный. Задел. Сэр, сюда. Так. Еще выше. Нет, стоп. Вроде это оно. Какой-то символ.
по-моему, это направление. Шеврон или стрела. Давайте стрелка посмотрим. Компаса. Как ты догадался? Ну как, основной принцип. Жми на все. Видишь? Внизу тот же символ. Только другая. Посмотрим, куда указывает. Охренеть. Давай, смотрите, лодка что прямо тут. Прямо под нами. Ага. Может, вниз по веревке спустишься? Хорошая идея. Так, как здесь-то быть? Опа, там еще. А где его брат? Посмотрим, куда ведут эти стрелки. Ага. Поехали. Мы отплываем. Да, сейчас. Смотри, вон еще стрелка. Она показывает сюда. Это показывает вообще в море. Стоп, 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 стоп. Прямо. Здесь поворачиваем. Так, вот предлагают нам сюда заплыть. А здесь уже пешком. Так. Хорошо, что это место никто не нашел. Сюда бы туристы понаехали. Может быть, так. Вот так.
Давай, лезть давай, давай. Да, лезть по скале на огромном пиратском острове. Ну скажи. Ну да. А по-моему, очень круто. Ух ты, ё-моё. Честно, это круто. Ну, Эвери нравилось действовать большим размахом. Ну, деньги же были. Так чего стесняться-то? Пойдём-ка, посмотрим. Сокровища. Какая-то ваза. Проход завален камнями. Надо же. Ход завален обломками. Опять. Наверное, строители не заложили в расчеты много веков эрозии породы. Точно. Ищем обходной путь. Эй, Сэм, давай, помоги мне. Ага. Ну, пролезай. Спасибо. Да ладно. Что-то много мы таскаем тяжести и ползаем по земле. Вот она, охота за сокровищами. Блин, да все понятно, куда идти только. О! О! Даже так. Дух захватывает. Там сверху можно перебраться, то есть там наверх надо. По-моему, можно здесь. Так, еще выше надо. Как думаешь, что здесь было? Своды напоминают собор святого Дисмоса, но не знаю. О, там веревочный мост. И правда. Только туда еще залезть надо. Так, отлично. А, во. Давай. Посмотри, что там есть. Ладно. Ну, тут есть тропа, но непонятно, как забраться наверх. Погоди. Ну что там? Сэм, эй, ты там? Приехали. Ну, что мы имеем? Я разрушил свой брак, поссорился с лучшим другом,
На хвосте два психа с целой армией. А теперь и брат мой пропал. Хорошо, хоть я один. И некому сказать мне, какой я придурок. Ты уже наверху? Ты где был? Искал способ тебя поднять. Ладно, прыгай сюда. Спасибо. Все нормально? Лучше некуда. Идем дальше. Ладно. Так, давай это спихнем. Он нам ни к чему. Ты уже здесь. Идем дальше. Да, я пытался там пройти, но не нашел как. Ой-ой-ой, еще выше. Классный вид. Ты меня не слышал? Когда? Тогда. Я тебя звал. Я не слышал. А что, ты волновался? Ну да, ты же весь в своих мыслях. Ах, это я в своих мыслях? Ты на что намекаешь? Ни на что. Идем? Да, идем. Вообще там веревка была, которая нас соединяла с той частью. Стоп. Ну как там? Сейчас, секунду. Все плохо, тут тупик. Вот черт. Ну тогда возвращайся. Ну, что теперь? Должен быть способ перебраться. Сюда наверх можно, в принципе. Хотя и там тоже. Может, попробуем раскачаться? Глянь вниз. Прямо по цели есть за что ухватить. А зачем? Тут есть тропа! Супер, сейчас приду. Так, назад.
Давай, давай, давай. Отлично. Мы на правильном пути. Ой-ой. А тут высоко. Так, не будем отвлекаться. Давайте посмотрим, что есть на этой башне. Когда мы жили в приюте, ты думал о том, что мы так будем отжигать? Нет, не думал. Тут надо спускаться. Осторожно. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Да ладно, туда. Получилось. Это почти самый большой резервуар на моем веку. Где был самый большой? Я потом расскажу. Давай спустимся. Так, нам надо будет зацепиться, если мы сможем. Вот дерьмо. Что, попробуем? Сэм, вот здесь обойди. Так, друзья, я что-то не совсем понял. А, стоп, здесь можно забраться, нет? Спущусь немного. Все в порядке? Да, все круто. Так, стоп. Нет, нет, нет. Так или иначе, мы туда войдем. Поднимем вместе, хорошо? Ага. Ладно, давай. Тяжело. Ты просто думай о сокровище. Ага, а я пока думаю о спине. Черт. Угу. Ух ты. Очередное испытание. Похоже на то. Ну, давай посмотрим. Ух ты.
Так, слушай, ну пока я вообще не понимаю, что здесь делать. Давайте. Ага, они вращают силу. Это поможет. Понятно. Вот он. Чего? Символы на сферах не совпадают с теми, что на свету. Не совпадают. Почему? Посмотрим. Нет. А здесь что? Давай закончим начатое, а? Альбасра. Он Магол, один из солдат на Ганке Савари. И как он оказался у Эвери? Говорят, его везли на казнь, но он освободился. А что другой? Он был никем, а стал прославленным воином. Так, здесь такой, тут такой. Вращаются сразу два символа. Вот и все. Теперь мы можем. Так, начинается. Кто тут у нас? Посмотрим. Джозеф Фаррелл, Уильям Мейс, Тарик бин Малик и Кристофер Кондор. 8 из 12. Ой-ой-ой. Смотри, символы на кольце постоянно вращаются. Малик. Да, так и есть. Что он забыл так далеко от дома? Он долго стоит. Добычу. О-о-о. Круто. Получилось!
Так, наверное, так. Нет, еще чуть-чуть. Ай, блин. Последние в списке – Ричард Вон, Эдвард Ингланд и Томас Тью. Сэм, смотри, похоже нам туда. Погоди, тут всего 11 пиратов. Не хватает главного пирата. Угу, это странно. Ну, вон, помните, рубильник дернул. Попробуем. Ну, куда теперь? Ни хрена себе. Ну, вот и статуя Эвери. Знаешь, сдается мне, капитан Эвери страдал нарциссизмом. Думаешь? Да. Посмотрим, что он нам приготовил. Если честно, я хотел уже прыгнуть. Нет, скажи, только честно, как тебе все это по сравнению с другими приключениями? Я тебе потом расскажу. Смотрите, у нас дождь собирается. Ой-ой-ой. Офигеть. Офигеть, слушай, вообще. Не сорваться, не сорваться! Удержался. Класс. Так. А вот и лодка. После вас, капитан. А, все. Я застрял в скале. В текстуре застрял. Да ладно, друзья, я внутри скалы. А, нет. А чё нет? Да, действительно, слушайте. Я внутри. Ну, это как-то не предусмотрено. Друзья, слушайте, я внутри текстуры. Видимо, нам тут придется погибнуть. И даже брат не узнает, где я. Вот и лодка. После вас, капитан. Статуи Эвери справа. Другого права. Я так волнуюсь, что руки. У меня прямо руки трясутся. Да, понимаю тебя. Ну или просто мне. Короче, и то, и другое. Море волнуется. А вот и он. Ну, слегка ты. Да уж, гигант.
подзорная труба, но он на нее не смотрит. Может, нам посмотреть? Остров сокровищ отдыхает. Друзья, ветерок поднялся. Так, давайте посмотрим. Надо спешить. Так, ты... Эй, Сэм, давай. О, нет, нет. Уступлю тебе право. Давай, Найди. Ладно. Ну-ка. Так, капитан, на что же мы смотрим? Вот. Ну? Большой остров в форме черепа? Просто остров. Без черепа. Она здесь. Либерталия. Знаешь, меня поражает твой оптимизм. Кроме нас тут никого нет. Но почему бы не разрешить себе хоть немного порадоваться? Порадуюсь, когда откупим тебя от Алькасара. Пошли. Ладно. Что? Ладно, ладно. Ну нет, эти твои «ладно» всегда означают не «ладно», а совсем наоборот. Это наш рейх? А кто ж еще? О, черт. Друзья, это самое начало. Глава 13. В безвыходном положении. Мне надо уходить. Сэм! Сэм, слышишь меня? Сэм, да чтоб тебя! Сэм! Слава богу, ящик с припасами. Ну да, конечно. Пусто. Все смыло. А может, и хорошо. Может, Сэм забрал. Зато теперь мне нечего терять. Ну, кроме жизни. Разговариваю сам с собой. Первый признак сумасшествия. Господи. Ладно. О, черт!
Надо вперед. Только вперед. А, там пройдем. Как меня все достало. На, черт! Перебирайтесь с опоры на опору. Просто надо двигаться. Так, там не пройдет. Ай-яй-яй. Вырубился. Ай. Сик парвис магна. Сэм. Но где ты? Черт. Далековато идти. Нужно лезть на ту жуткую гору. Погоди, Сэм. Я уже скоро. Так, вот здесь пробежим. Офигеть, водопад. Нет, нет. Давай, давай. А, подождите, там есть. За что зацепиться? Так.
Хо-хо-хо. Пипи. Ладно. Не получилось. Хорошо. Хорошо, что мы в игре. В реале бы я так не рискнул бы никогда. Наверное, 200 тысяч раз подумаешь, прежде чем что-то сделать. Поднимаемся. Хотя, знаете, когда у людей безвыходная ситуация... Тут высоко. Высоко. Когда у людей безвыходная ситуация, иногда бывает... Такие вещи делают, что потом сами думают, как я это просто сделал. Ой-ой-ой. Давай. Нахуй. Это неожиданно. Ух ты. Здесь у нас что? Куда теперь? Шикарный рассвет. Так, ну здесь я в никуда не попадаю. Значит, и сюда. Это депрессивно. Что-то написано. Шеврон стрела. Так. Три креста Иисус Дисмос Гертас. Навигационный символ затонувшего корабля. Нет места для воров. Понятно. Водичка бодрящая.
Привет. Подзорная труба, нифига себе. О, свет. Привет. Тут человек не проходил? Высокий такой. В голове глупые мысли о пиратских сокровищах. Не повезло. Письмо. 20 марта 1808 года. Сегодня мы готовились покинуть пещеры. Я заговорил с Берном. С Бернсом. Наши запасы таяли, нас остановило все меньше. Я потребовал, чтобы мы отправились обратно и вернулись сюда вновь, взяв больше людей и припасов. Бернс рассмеялся мне в ответ и повторил эту всю песню: до сокровищ рукой подать. Я был непреклонен, ведь если мы и найдем тайник Эвери, у нас остается лишь один корабль, на котором нам самим едва хватит места, не говоря уже об индийском золоте. Я обратился к старому Хейзу за поддержкой, однако он отпрянул от меня, как будто я чумной. Теперь же Бернс сам подошел ко мне с улыбкой на лице и признал меня подумать о благе всей экспедиции в целом. Потребовал не устраивать раскол в команде. Угроза была очевидной, и я сказал, что мне, пожалуй, просто следует отдохнуть и вернуться в свой лагерь. К черту этих сумасшедших, я не намерен здесь помирать, вот и все. Что я могу сказать по этому дураку? Если Бернс верит, что это либертария, если он хочет идти до конца, пусть делает это без меня. С первыми лучами солнца я их подкину, посмотрим, как они справятся без... лоцмана. Так, ладно. Бедняги. Красивые джунгли. О. Ты туда лез, что ли? В таких сапогах? Странно, она вся какая-то эта. Мне это сейчас нужнее. Ух ты. Теперь у нас есть крюк. Отлично. Ага. Работает. Так. Ну, работать-то работает, а куда мне дальше-то идти? Стоп. Ой-ой-ой. Еще немного. Так. Давай теперь прыгнем сюда. Видишь, какой. Слушай, не пугай меня, а? Чё так прыгаешь слабо? Ладно. О, блин. Тревога, но смотрите в оба. Пистолет-то есть? Пистолета нету.
Пока не найдем тело, мой ответ – да. Как они вообще уцелели? Ну, просто видно. Ну, удача рано или поздно заканчивается. Узнай. Погоди. Черт, это что было? Как скажешь. О, нет. Не вовремя. Вот он! Спасибо за оружие. Шлёпки. Пистолет на нуле. Много их тут. Такой метки там стрелял. Oh!
вообще какой-то пипец. Это взять. А это что такое? Нет. Слушайте, столько оружия и все разное. Да. Вот это самое оно. О, ящик. Пистоль мы оставим, потому что ну, он только на ближних дистанциях хорош. Ладно, куда мне? О, стоп, стоп, стоп. О, что это? Всякому, кто найдет это послание, знайте, что Джонатан Бернс, который привел нас сюда, убил нас всех в погоне за сокровищами Эвери. Он довел команду до изнеможения, обещал им славу, а получил лишь болезни и голод. Он привязал живого человека к мачте и поставил умирать в мучениях. А после я видел, как он обрек нашего лоцмана на верную смерть за то, что тот высказал ему свои опасения. Он застал меня на за приготовлением к отплытию и начал ругаться на то, что я достал пистолет и сообщил ему, что отправляюсь в Англию, где намерен всем поведать о его преступлениях. Когда же я отвернулся, подлец выстрелил мне в спину и скрылся в джунглях. Я стрелял в него, но не уверен, что попал хотя бы раз. Время мое на исходе, рука слабеет в отсутствии надежды на земное правосудие. Я заклинаю вас, помолитесь Господу, чтобы Берн заплатил за свое предательство. Подпись: Уолтер Хейс, Старпом, Салфолка, 23 марта 1808 года. Ага, жуткая история. Команде Бернса повезло с этим сокровищем не больше, чем нам. Чуть тебя не пристрелил. Сэм, ты жив? Да, как всегда вышел сухим из воды. Рад тебя видеть, братишка. Пошли. Нас ждет сокровище. Погоди, погоди, Сэм. Куда нас несет? В каком смысле? Вся наша снаряга на дне Индийского океана. Ничего, стащим что-нибудь у солдат Надин? Да, у солдат. Против нас целая армия. Ну, все это время мы справлялись. Мы с голыми руками посреди джунглей. Так в эти джунгли мы и стремились попасть. У нас даже пути отхода нет. Так, ну,
Ну, послушай, в порядке бреда. Давай спустимся и хотя бы угоним себе лодку. Лодка подождет. Ты знаешь, что у нас на кону? На кону моя жизнь. И мы ее выкупим, если пойдем в эти джунгли и найдем Либерталию. Ты тут видел хоть какие-то следы пиратской колонии? Я вот точно нет. Не поздновато ли теперь сомневаться, Нейт? Ну ты признай хотя бы, что замысел Эвери организовать ту пиратскую утопию вполне мог провалиться. И вполне возможно, что мы зря тратим время на иллюзии вместо того, чтобы искать реальный способ тебя спасти. Я намерен перерыть весь остров по камушку, пока не найду сокровища, ясно? А ты, если совсем уж не уверен в своих силах, можешь возвращаться домой. Стоп, стоп, стоп. Домой? Ты издеваешься? Знаешь, чего мне стоило доставить тебя сюда? А чего мне это стоило? А? 15 лет жизни псу под хвост. Это тут вообще ни при чем. Правда? А я вот так не считаю. Что? Обалдеть. Все еще хочешь домой? Посмотрим, что там есть. Начало. Да, только бы остальное не было завалено тоннами земли и камней. А я вот лично отпущу. Так, давайте посмотрим. Сэм, сюда. Я иду. Никого нет. Другие времена. Да, крыше нужен ремонт. Сэм, сюда. Нет, так не пойдет. Эй, Нейт, похоже, тут есть проход. Идем сюда. Жилище. А то какая хорошая нагрузка на поры. Так, тут вообще ничего нет. Ты смотри, это вовсе не хижина. Ага, тут поработали хорошие каменщики. Да, но откуда они взялись? Обычно на корабле могли быть плотники, бочары, но не каменщики. Я бы сейчас все отдал за камеру. Ну, она есть? Да ладно, ты серьезно? Да, да. На катере с остальным барахлом. А, смешно. Так, ну что, куда идем? Нет. Может быть, я что-то проглядел. Давайте еще раз посмотрим. Где он есть-то?
Мне все-таки надо наверх выбираться. Давай. Ах, как же приятно иногда размяться. Да, это точно. Эй, тут есть выход. Слишком высоко, не залезть. Давай что-нибудь подставим. Тут ящик, у меня идея. Вот так. Береги! Ага, мы в деле. Ты должен это увидеть. Нет домов, широкая улица. Наверняка тут было что-то типа рынка. Да, спасибо за ценную информацию. Что ты видишь? Ты хочешь, чтобы я это сказал? Очень надо, чтобы ты сказал. Ладно. Либерталия. Либерталия! Легендарная, затерянная пиратская утопия, которая спустя 300 лет найдена неким Сэмюэлем Дрейком. И ну да, конечно. И его менее эффектным братцем, который случайно увязался за ним по пути. Я всегда знал, что однажды ты станешь человеком. Это не первый затерянный город на моем... Тихо, тихо, просто насладись моментом. Ну, с чего начнем? Вон с того сооружения. А, со сторожевыми башнями? Да. Посмотрим, что они там сторожили. Согласен. Это... Глава 14. Встретимся в раю. Я просто охреневаю, Нейт. Говоришь, дар речи пропал. Ну что ж, друзья. Как думаешь, сколько они все это строили? Годы? Десятилетия? Как им удалось сохранить все в тайне? На этом восьмую трансляцию. Это просто находка. Даже без сокровищ. Мы заканчиваем. С вами был Сафир Тритройки на канале Pro Gamer Television. Всем спасибо. Смотрите нас далее. Так, давайте мы сохраним игру. Всем пока.